С автостанции на центральном рынке ежедневно отправляются более сотни автобусов, но уже через пару недель место за домом торговли опустеет. Все автобусы переедут к новому терминалу. Он откроется на месте завода «Стройгидроприбор», всего в нескольких десятках метров от станции метро «Центральный рынок». Внутри станции, внутри здания будет расположен красивый современный зал, площадью 200 квадратных метров, сидячих мест будет порядка 50, будет кафе. Туалеты большие, современные, диспетчерская, комната матери и ребенка, туалет для инвалидов, кассы для пассажиров. На новой станции 8 платформ. Отсюда ежедневно будут отправляться более 200 автобусов в пригородном и междугороднем направлении. Это направление Красноград, Новая Водолага, Сумское направление, Полтавское направление, Дергачи, Золочев, Коломок, Богодухов. Ну вот основные направления. Пассажиры соглашаются. Ныне действующая станция за домом торговли неудобная и устаревшая. Поэтому открытие нового терминала ждали давно. Ну, разумеется, нужно. Мы ж в Европу стремимся. Конечно, нужно, чтобы современное все было. И удобное. И всем пассажирам, чтобы было удобно. И маленьким, и большим, и старым, и молодым. Удобнее, конечно, если поближе к метро. Потому что с ребенком с метро выходишь. И, конечно, ближе лучше. Ребенок не хочет на ходить далеко. С пассажирами солидарны и водители автобусов. Когда слышат о том, что работать на старой станции осталось не так уж и долго, вздыхают с облегчением. Быстрее бы и перенесли. Дорога невозможно не заехать, не развернуться. Ну, вы считаете, что эта автостанция плохая? Конечно, 100 лет уже с автостанцией. Я работаю уже 25 год, елки-палки. Новый автовокзал поможет разгрузить и другие городские станции, говорят в департаменте транспорта. Уже известно, что на центральный рынок переведут несколько маршрутов с Холодной горы. Что будет на месте старой станции, в горсовете тоже решили. Было принято решение в связи с тем, что вот эта вся земля, находящаяся перед домом торговли, это земля городская. Было принято решение для того, чтобы освободить улицу, дать ее под парковку для обеспечения жизнедеятельности территории, прилегающей к центральному рынку. Первых пассажиров новый терминал примет менее чем через месяц. Строительство уже на финальном этапе. Осталось провести лишь работы по благоустройству территории и дождаться, пока новая автостанция пройдет сертификацию. Денис Квартальнов, Борис Буцевич, медиагруппа «Объектив».